Привет, с вами Стас Давыдов и самые шикарные моменты недели в программе Thunder Show. Причем шикарные не только в смысле красоты происходящего, но и в плане эффективности. Поехали! Поговаривают, что в War Thunder появились игроки, которые вместо конвенционального оружия предпочитают средства психологической борьбы. Или даже псионической. Ну иначе как вот это объяснить? Несколько мгновений с качественным внушением желания разбиться. И готово. Еще один оппонент побежден силой мысли. Выход на лобовую и так требует определенной смелости. А как насчет встречи с противником носом к носу и без единого выстрела с нашей стороны? Вместо этого сразу после пролета скидываем бомбу, как подарок на дорожку. И спокойно ждем, пока покореженный враг летит целовать землю. Удобнее верблюду пройти через игольное ушко, чем умной бомбе с первой же попытки влететь в небольшую дыру. Однако посмотрите, что вытворяет Эригана Зира. Уверенно отстреливает боеприпас, спокойно проводит через узкое окно и кладет взрывную посылку почти вплотную к зенитке, которая чувствовала себя в полной безопасности. Ну, до этого момента. Потрясающий бросок. Сейчас такие времена, что уже недостаточно выполнять только основную функцию. Надо также брать дополнительные обязанности. Вот, например, Ланкастер. Как и следует, тяжелому бомбардировщику забирает одним махом целую колонну танков. Но вдобавок сбивает еще и самолет. Причем делает так постоянно. Смотрите, после перезарядки на базе снова готовится к сбросу, уничтожает машину на земле, а потом еще машину в воздухе. Два в одном. Очень эффективное использование боеприпасов. Этот танкист даже в подборе позывного не позволяет себе излишеств. Все по делу. Называется Silent Death, то есть тихая смерть. И это самое точное описание того, чем он занимается на поле боя. А именно, аккуратно, спокойно, технично выкашивает противников. В небе ли, на земле ли, исход один. Рано или поздно вы станете звездочкой на его броне или фюзеляже. Чистый итог — 37 фрагов, 33 танка и 4 самолета. В конце, как обычно, заглянем на Life War Thunder, где нас ждет образец техники, который мог бы пугающе увеличить боевые возможности вермахта во Вторую мировую в некой альтернативной вселенной. Современный леопард, покрашенный в стиле немецких машин 40-х годов. Выглядит очень неуютно, да? Знакомо и незнакомо одновременно. Кстати, какие в ваших боях были примеры крайней эффективности? Расскажите в комментариях. А еще лучше пришлите соответствующие повторы нам на почту. Мы их очень любим, вы сами знаете. Вот, пока.